Пенсия станет больше. Сегодня прошел ежегодный перерасчет выплат работающим пенсионерам. Надбавка насчитывается, исходя из баллов, которые были заработаны за год. Максимальная прибавка ограничилась 3 баллами. На сегодня балл в денежном выражении стоит 78 рублей 50 копеек. То есть у каждого работающего пенсионера эта сумма произведет не более 235 рублей 50 копеек. Для того, чтобы получить максимальную прибавку, достаточно было в 2016 году иметь зарплату около 20 тысяч рублей в месяц и при условии, что работодатель платил страховые взносы в пенсионный фонд. Перерасчет проходит автоматически без обращений граждан.